Продолжаем выпуск. Многие подозревали, что у Аим и Артура из Юфрейм отношения не только деловые. Для того, чтобы выяснить, так ли это на самом деле, наш журналист специально отправился на съемки новой комедии «Свадьба KZ», где была замечена мама Артура и сама завидная невеста Аим. Пока смерть не разлучит вас. Согласна. А вы, Артур? Да, сейчас, минуточку. Менее чем за сутки этот вайн посмотрело более 1 000 000 подписчиков. И всех уж больно волнует вопрос, когда ждать настоящего официального бракосочетания звезд Инстаграм и как к этому отнесутся родители будущих молодоженов. Ну, Артур мой? Эй, Наим мой? Эй, ларни, взять по Юлину вам? Положительно. Мы, мамочки, очень положительные и позитивные. Но решают дети. Это вам, принцесса. Что за дивный напиток? Я чувствую себя прекрасно. За это я подарю тебе поцелуй. Нам удалось застать Аим на одной из съемочных площадок и поставить вопрос ребром. Есть ли место правде среди всех этих юмористических вайнов? Неправда. Мы, можно сказать, как сетевая пара. То есть в Юфрейм мы, в частности, как бы играем пару. Во всех вайнах можно заметить, что мы играем пару. И это как-то так все сложилось, что люди начали воспринимать это то, что мы пара. Ну и мы тоже начали подшучивать, как бы, да, типа, да. Любовный миф развеялся. Ведь, как оказалось, все это дело рук сценаристов, которые когда-то писали подобную амурную историю для Артура и его предыдущей пассии Адины. Девушка, а вас мама родила или вы искусство природы? Молодой человек, а я с незнакомцами не знакомлюсь. Адина? Ну, Адина моя одноклассница. И, то есть, когда я заходила в Юфрейм, мне было очень неловко, и мы с ней поговорили, решили этот вопрос. Я сказала, ну, ты, типа, не против? Он сказал, нет, конечно, типа, дерзай. Кстати, судя по последним публикациям Артура в Инстаграм, сердце молодого человека свободно. А вот что касаемо Аим, вторая половинка с ней уже на протяжении 4 лет.